Привет, с вами DJ Котик, и мы начинаем проходить игру Far Cry Primal. Подписывайся на мой канал и ставим лайки. Так, вот мы тут. Начать. Чего нам время терять? Сейчас заценим игрушку. О, другое дело. Что-то цепь вниз пошли. Ура! 10 000, все. О, кочегары, шахтер. Инжа, наша кровь, наш второго. Давно много Инжа далеко ходить. Ёба на в рот. Я так учусь, что через Google Translate перевод. Потом одни Инжа найти у Руф. Там жизнь, дом для Инжа. Сколько рисунков всяких. Вот геморрой, а? Как это долго. Короче, понимаете, как хотите. Были рисунки прошлого. Ubisoft, там президент производства Ubisoft, Bold Real и человекоподобный представляет. Молодёнок. Пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт. Короче, вправо, иди влево, Альфа, тоже влево. А ты ко мне. Какая хорошая улыбка, мурочка. О, я умею ходить. Тихо, да? Тихо, да. Надо присесть тоже. Как присесть? О, я присел. Цель присесть. О, сколько у вас тут мяса. Мясо. Новое оружие, дубинка. Хорошая шасть. Оружие будет.
Чадуби Дашимас. Ту Хадамас. Потом есть. Самый маленький. Кто здесь самый маленький? Ты самый маленький! Я в этом уверен. Иди сюда. Ты маленький, да? Да я. Не, брат! Это же не я. Да тебе показалось, я ж пошутил. Братик, ну чё? Да нет. Блять. Зачем я это сделал? Ну он такой аппетитный был. Только мясо. Передвигайтесь, пригнувшись, следуйте за Талсу. Талсу, давай. Шири. Брат, да, блядь, да я нечаянно. Что ты меня не видишь? Я в кустах. Все, ты меня не видишь. А, вот он я. Нет, ты меня не видишь. Мимо. Мама, ты, блядь, я ж за вас. Я хотел вас спасти. Да ё-моё. Вот тебе, дружелюбные животные. Не зря они вымерли. Пойдем. Сейчас мы точно схорщим кого-нибудь. Жрать-то мясо так и хочется. Неделю не ел. Зарплаты дают, приходится искать варианты. Это мы в будущем скоро. Зарплату не платят, пошли все на охоту. Словно потарчики тебе бегают. Да нет нас здесь. Тебе кажется. Хавчи, мясо. Думай как мама. Давай, мужики! Павел! О, побежал! Бежим! Мясо, хавчик! Иди сюда, хавчик! А вот он я, вот он, на тебе! Брат, иди сюда! Я тебе в попу, блядь, я тебе в попу воткну! Ух ты, блядь, это же больно! Какого хуя? Извините. Мясо! Хавчи! Хавчи! Да! Иди сюда! Правильно, бей! Хотел кукольчик в попу! А-а-а! Куда ты побежал? Вы живы там? Где вы там? А где вы? Мы тебя похороним. Где мы тебя похороним? Вот, возле палочки. Покойся с миром. Мясо! Иди сюда. На тебе. О, как я могу бросать. Ой, в глаз попал, извини. Я не хотел. Хавчик. Хорошая работа, брат. Да, без проблем, брат. Ай, прям в глаз ему попал. Барсик, фу, Барсик, Вися, Барсик, ёбана в рот, Барсик, иди отсюда, Барсик, блядь, Барсик, фу, ешь, кошка, блядь,
Не бойся, они потом маленькие станут. Барсик, нельзя. Барсик, там виска лежит. Ёбаный, блин, блядь, ай, блядь, сука, ай, ветка прям в жопу. Ай, блядь, ай, ай, блядь, невкусно. Блядь, это было не больно. Ааа, жопка, блядь. А, оставь. Вот Барсик, а? Ну, по жопе, да. Лучше тапки нагрыз. Тебе что, плохо что ли? Ты найти урус, найти наших потерянных братьев. Ну поспи, ладно, поспи. Все, выходной. Все, закрой глаза. Все, 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 спи. Свободно идти. Куда хочу, куда иду. Камушек. На камушек. Где Барсик? Надо найти клубок. Шерстяной желательно. Уп, нужен. Уп тоже нужен. Так, нам нужно ольхи 5, тростник 2, спланец 2. Вот тростник. Барсик, блядь, не пугай. Так, тростник один есть. Вот еще один тростник. Так, вот сланец. Вот, здесь чтобы активировать зрение охотника. Блядь. Вот ольха. На все хватит на зрение. Да, нажмите. Ай. О-о-о. Пчелки. Камушки, дубинки. Мега дубинки. Мешок охотника. Не для дубинок. Дубинчатый Рэмбо. Ловушечки всякие. Это, блядь, это нож такой? Это, блядь, метательный кирпич ярости. Одежда тепленькая. Мозги. Ну давай, лузи, да. Ну да, да, нажмите и на Enter. Нажали. Так, упа. Навыки. Это надолго. Так, мешочек. Слайс. Мешочек вес. А, это кремень у нас. О, так мы уже можем выжечь. Помощь. Так, юбка. О, оттянемся, а мы тетиву. Все. Завязали, закрутили узелок бабочкой. И порвалась. Так, стрелы тратить нам не надо. Теперь охотиться, для силы нужны еды. Охота. Чтобы охотиться эффективнее, нажмите С. Бла-бла-бла. Здесь В, чтобы, ну, соответственно, чтобы найти кровавые следы. Не покрытие слишком близко добычи, некоторые зверя начнут убегать, если почуют вас, вы еще, блядь, против ветра, а тут ветер не показал. О, Барсик развлекается. Пойдем на Барсика охотиться. Барсик, 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 Барсик.
Эй! Еще раз. Марси. Тиси, тиси, тиси. На, вообще, как... Парно копытные. Нужно. Да, блядь. Как ты не говорил. Ну, где-то вот. И он еще и с одного раза не дохнет. Идем туда по кровавому следу. Что, все, умер? Он, наверное, умер. Следов больше нету, наверное, полностью умер. Не, надо поближе. Еще и где? Пойдем, посмотрим. Нет, козл... Фига мой ха. Не мой козел. Он где-то здесь. О, а вот и стрела. Мясо. О, я могу лечиться. Так, это здесь был еще один козлодоев. О. Так, ну я так понимаю, с первого раза еще их... Прям в шею чутка. Ну, в голову, вообще в шею вот. Чё-то тут чутка не доработано. И... Карчик, карчик, мясо. Вон еще один. Ебать, какие надо вы... Блять, я тебе все равно найду. Вот он. Пошли. Где он? Блять, ты сейчас так все стрелы расселяешь. Правильно, так верни мне стрелу, где-то здесь еще одна стрела. О. Блять, все равно двух стрел не хватает. Было 8. Хахчик. Так, ну, хачик вы забыли, но это можно увидеть. Найдите убежище, разведите файл. Нихуя нам ковылай. Что нам для дубинки нужно? А что, мне нужно два лука, что ли, сделать? Южный камень, пыль южного камня. Пещера Такара. А только потом, да? Ага. Так, пещера Такара. Ну, я так понимаю, это вот логово. Туда. Тихо, это не я. Блять, мясо ёбаное, иди сюда. Блять, он что, воняет, что ли? Прям в жопу ему. Ааа, все-таки умер, нет? Иди сюда. Запаса мяса должен набрать. О, так пещера уже рядом. О, мы косточку подобрали. Места уже нет.
Да, похуй, зато мясо есть. О, я так понимаю, желтая зона. Типа безопасная почти. О! Чего началось курение? Это вот, вот с этого момента. Вот он все, все. Не ту палочку кинул, блядь. Один. И вот все, началось потом курение. Ща мы мясо как нажарим, обожаем и сожрем. Зубочистка. Винджи делать зубы. Я после танго винджи идти, до Уруса идти. Куда мы на ночь, глядя, собрались? Делать дубинку. И нести огонь. Понятно, факел. На ночь, глядя, ты захотел сделать факел. Да. Альха, три штуки надо. Нашел время. О, пошли. Так, ну давай сделаем. Там сейчас. Мы подожгли камень. Ох ты, что это тут? Буква Б нажал. Свири дикая собака, бла-бла-бла, скрыта себе. Вау. Так, ну так, ну, понятно. Так. Что нам нужно? Идите по следам Виджи. А, он красненький. Наверное, сюда. О, следите. Сейчас все сожжем. Гори! Ох ты ж, ёбаный в рот, я увлекся. Гори, блядь, всё. Злостный поджигатель. Ща мы тут, а... Травка не горит. Ох, мы тут устроили. Всё сожгли. Эй! Он распространяется. Слушай, по траве прям. Хороший огонь. Добрый, знатный. Так, куда нам идти-то? Васик! Кись, кись, кись! Это, блядь, это кошка такая хрустяная. Ну, послушай, ну, пожжи, да. Я тебе факел в жопу запихнул. Следите, следите, худенькие. О! О! Пошли здесь. Так, потом мы повернулись, где прошли, что-то тут, подожди, так, потом подошли сюда, опускать, драка была тут, какой ты, блядь, умный все-таки.
Так, потом мы пошли по следам вот сюда, вот, вот сюда. Вот сюда мы тут как-то повернулись. Потом пошли сюда. О, там что-то валяется. Еще кровь. Ё-моё. Это кто, Баси сделал? Блять, у меня почти палка сгорела. Блять, она сгорит сейчас. Так, подними ее вверх, чтоб не сгорала. Ёбаный в рот. Волки пугать, каким огнем его практически нету. Она пугает, пока есть. Блять, блять, огнем их пугать называется. Иди отсюда, блять. Сейчас. Гори, гори. А, горю. Огнем, понимаешь, как пугает. Огонь, ты еще долго будешь гореть? Мне шкура нужна. О, огонь попер. Правильно, горите сюда. Блядь! Там же еще огонь идет. Так, поджечь. Как поджечь? Мне нужно, блядь, поджечь. Блядь, загорись. Загорись, зубинка. А, есть контакт. Только я что даю что-то. А можно подлечиться? О, мяско. Катериал какой-то, птица. Так, у нас тут еще есть что-то. Косточки. Мясо. Жив зверя. Что, паш полетел? Эй, ты, блин. Брысь. Ёбаный в рот. Надеюсь, это Барсик был, а не Потапыч. Опускать веточки. Прочные веточки. Я знаю, я сейчас сделаю огонь. Давай, тёплая, видишь же рядом. А зажечь её никак, да? Ё-моё. Ты мне... Я посижу у костра. Не, серьёзно, я посижу. Костёрочка даже тут. Опасно мне. Я почти веточку сгорел. Эх. Блять. Это ж... Было больно. Инжа, ты где? Обыскать еще косточки. Блять, у меня мест лучше нету. А как ты где? Так, вот. А, вот мешок. О!
Ебану в рот, сколько у меня тут косточек. И дерево. Это чё? Чипс? Древняя шкура. Веточки. Чё это за хуй было? Это на веточке? Мы ничего не боимся. Пойдем, может, пещера. О! Пионерский! Пионерский, пионерский. А как его зажечь? Не, ну спасибо. Я, блядь, значит, понимаю, если дубинку потушу. Как мне зажечь-то его? Я понимаю, как мне зажечь. Вы можете пожечь любой для этого, он поднимется жив, живот, где-то и тут, чтобы отбить селектор. И ёп, твою дивизию. Ооо, пионерский. Что, они мокрые, что ли, ща моя. Ооо, пионерский. Надо искать. Винджа остановился, рано лечить. Одежда Винджа. Живет звери. Так. Не, пойдем поверху. И у меня. Винджа тем более пошел наверх. Блять. Ты, Винджа, не ищешь легких путей, я смотрю. Спасибо, Винджа. Мне теперь опять поджигать нужно. Пионерский. Мы пионеры. Славный народ. Мясо. Мясо. А! Блядь! Мясо укатилось. Винджи идет. Барси, Барси, Барси. Что-то, мне кажется, мне сейчас... Блядь, ну что за хуйня сейчас? Какие-то лаги. О, белая крыса. И... Блядь, я... Катись! Так вот как колесо изобрели. Просто мышка покатилась. Поджали у нее чуть-чуть. Жареная мышка. Оп. Пионерский, быстрее, пока не потух. О-а-а. Так, кто-то у нас ниже тут ходил. Ходил. Блядь, горячо. Что, у меня дубинки кончились? Ёбай. Так, а что у нас? Можно что сделать? Не, ну спасибо. Спасибо. А, кремень. Мужики, есть кремень? Позарез нужен. Thank you.